Здесь нет деревьев и автомобильных пробок, зато можно увидеть северное сияние. Мы в Певеке. Это «Горизонты атома». Смотрите сегодня в программе. Придет и согреет. Единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция, самый смелый проект российских атомщиков, готовится к первому рейсу. Источник энергии – это реакторные установки. А куда его использовать? Это зависит от того, от необходимости для заказчика. Эксперты учли все. Какие сюрпризы могут ждать атомщиков на Чукотке? И не опасны ли для плавучей АЭС суровые условия Крайнего Севера? 12 баллов землетрясения, 50 метров в секунду ветра и ледовая нагрузка до 2 метров. Автономность и полная безопасность. За качество изготовления по ТЭС производители ручаются. У меня, например, нет никаких сомнений, что судно в целом поведет себя должным образом. Это самый северный город России – Певек. Местные жители называют его краем романтиков и ромашек. Ну, во-первых, потому что кроме этих цветов здесь на берегу Восточно-Сибирского моря почти ничего не растет. А во-вторых, только романтики могут по-настоящему любить эти просторы. Плотность населения здесь как в Центральной Африке – менее 0,1 человека на 1 квадратный километр. Автомобильных дорог, ведущих сюда, на Чукотку, просто нет. Добраться до Певека можно только самолетом или на корабле. У нас есть полярный день, когда для того, чтобы понять, день это или ночь, необходимо посмотреть на улицу. И есть полярная ночь, а в таком случае уже вид из окна не поможет сориентироваться. Несмотря на суровые северные условия, здесь постоянно живут порядка 5000 человек. Навигация длится всего 100 дней в году, и прибытие любого грузового судна для Певека – целое событие. А этого особенно. Самый северный город страны Певек получил очередную партию груза для создания инфраструктуры для первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции. На борту Геннадия Цыганкова свыше 3000 тонн различных металлоконструкций, трубошпунтов, анкерных свай и цемента, так необходимого для развития и создания гидротехнических сооружений здесь, в бухте Восточно-Сибирского моря. В километре от самого северного порта страны атомщики и строители готовятся к прибытию первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции, или сокращенно ПАТЭС. Почему именно в Певек? Причин сразу несколько. Во-первых, в скором будущем предполагается вывести из эксплуатации первый энергоблок Билибинской АЭС с одновременным началом работы новой малой формы атомной генерации. Во-вторых, испытать ПАТЭС в самых суровых климатических условиях. И в-третьих, максимально сохранить экологию Арктики. Атомная энергетика самая чистая, и учитывая хрупкую арктическую природу, присутствие здесь именно атомной энергетики было бы весьма и весьма полезным и целесообразным. ПАТЭС будет состоять из двух модулей. Прежде всего, это плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов», который строят на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, и инженерная инфраструктура на берегу Восточно-Сибирского моря. Это первые сваи на стройке. Вдоль береговой линии их будет установлено порядка 250, а всего в рамках проекта несколько тысяч. 12 тысяч кубических метров бетона и 14 тысяч тонн специальных свай нужны прежде всего для возведения мол-причала. Этот основной Г-образной формы рубеж будет противостоять и порывам ветра до 50 метров в секунду, волнам до 5 метров и мощным ледовым нагрузкам. На причале будут установлены 4 швартовые тяги, которые обеспечат надежную фиксацию энергоблока в акватории Чаунской губы. На береговой линии поставят электротрансформатор для обеспечения Певека электроэнергией, теплопункт и жилой модуль для персонала плавучей АЭС. Обслуживать атомную станцию будет коллектив энергетиков в составе 300 человек. Из них порядка 40 человек будут работать на постоянной основе на береговых объектах, и 260 человек по 130 в каждую вахту будут работать посменно, обеспечивая функционирование ядерной установки.
Кстати, именно срок эксплуатации – одна из главных причин, почему свет и тепло городу не может дать, например, атомный ледокол. Ведь, казалось бы, и там ядерный реактор, и на ПАТЭС тоже, но заменить одно другим невозможно. Ледокол к берегу можно подвести, но он отработает там даже на полностью свежем загруженном топливе не больше 3,5 лет. Его нужно будет где-то перегружать, либо тащить туда судно для перегрузки, выбирать грязное топливо и заряжать свежее, либо уводить этот ледокол куда-то. Это первое. Второе. Опять же, те метеоусловия, которые существуют в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока, спокойной стоянки ледоколу не дадут. Это и ледовая обстановка, и ветра, и сейсмика. Пока на Чукотке стройка только начинается, здесь, на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, готовность по ТЭС академик Ломоносов выходит на финишную прямую. С этих стапелей сошел почти весь атомный ледокольный флот нашей страны, в том числе совсем недавно и «Арктика» — самый мощный в мире атомный ледокол нового поколения. Сегодня на подходе еще один пионер — первый в мире плавучий атомный энергоблок. В цеховых условиях первый раз строится такой объект. На этом судне соединена как бы ледокольная атомная энергетическая установка плюс судно перегрузки свежего топлива для того, чтобы поддерживать возможность в отдаленных районах Крайнего Севера и Дальнего Востока стоянку с необходимой периодичностью. Строители и проектировщики должны были создать атомный энергоблок морского базирования, который продолжительное время будет надежно и безопасно работать в самых суровых природных условиях. В итоге получилась довольно компактная плавучая станция длиной 140 метров, шириной в 30 и с осадкой всего в 6 метров. Это будет не самоходное судно водоизмещением более 21 тысяч тонн с двумя реакторами на борту, способными вырабатывать до 78 мегаватт электроэнергии и 300 мегаватт тепла. Предполагается, что к месту стоянки его будут подводить буксиры, и уже затем непосредственно в порту оно будет подключаться к инженерным коммуникациям. Еще одна особенность ПАТЭС – ее автономность. Инженеры и проектировщики смогли решить проблему хранения отработавшего ядерного топлива прямо на судне, добавив в его проект специальный отсек. Отработанное топливо остается здесь, на объекте, в хранилище твердых радиоактивных отходов, значит, которое оснащено всеми системами безопасности, биологической защитой, радиационным контролем, физической защитой, в полном объеме в соответствии со всеми требованиями российских стандартов. Это сердце реактора КЛТ-40С. Именно такие энергоблоки стоят на ледоколах второго поколения, такие как 50 лет Победы. Ну а сейчас здесь идут последние приготовления к приемке топлива. Оборудование на ПАТЭС практически все отечественного производства. Главная энергетическая установка, система управления судном, созданы концерном НПО «Аврора». Турбины собрали на Калужском заводе. Атомные парогенераторы – детище конструкторского бюро имени Африкантова. Вспомогательные котлы, парогенераторы низкого давления, контейнеры для твердых радиоактивных отходов и многое другое – продукция Балтийского завода. И за качество производители ручаются. У меня, например, нет никаких сомнений, что в тех условиях, в которых он будет работать, наша установка и наше судно в целом поведет себя должным образом. Безопасно для окружающей среды, для экипажа, который будет ее обслуживать. Из-за неоткрытия клапана подпитки снижается давление. Давление в первом контуре падает, уровень в первом контуре падает. Насосы с подпиткой не справляются. Течь первого контура на неотсекаемом участке. Сейчас экипаж плавучей АЭС готовится к работе в реальных условиях. Алгоритмы действия во время всех возможных ЧП до автоматизма отрабатывают на специальном тренажере, имитирующем центральный пульт управления. Впрочем, экипаж утверждает, что с такими системами безопасности вероятность каких-либо происшествий стремится к нулю, даже с учетом особенностей будущего места дислокации плавучего энергоблока. Эксперты просчитали все сценарии. Это 12 баллов землетрясения, 50 метров в секунду ветра и ледовая нагрузка до 2 метров. Здесь это все воплощено. Плюс в совокупности, соответственно, с его береговой составляющей. Здесь поставлена новая система, новейшая система радиационного контроля с увеличенной чувствительностью датчиков. Системы, аварийные проливки,
пассивным каналам, активным каналам. Увеличена в разы автоматика. Воплощены все новые системы российского производства. Но, конечно, не только на это делают ставку российские производители, рассчитывая на крупные международные контракты. Есть еще одно ноу-хау, которое может сделать ПАТЭС бестселлером на мировом рынке малой атомной энергетики. Станция может обеспечить работу опреснительного модуля с объемом до 240 тысяч кубометров воды в час. Кроме выдачи тепловой энергии и электрической энергии, при необходимости, если того потребуется потенциальным заказчикам, то можно устанавливать оборудование, в том числе и опреснение. Атомщики утверждают, что и это всего лишь одна из многих сфер для применения установки. ПАТЭС может стать ключевым элементом в любой цепочке, будь то электро- или теплоснабжение. Если там есть необходимость, может быть, просто использование тепловой энергии для не теплоснабжения, например, с точки зрения климатических условий жилья, а теплоснабжение, например, для каких-то там теплиц и так далее, это тоже можно использовать. Источник энергии – это реакторные установки. А уже куда его использовать, это зависит от того, от необходимости для заказчика. Новые мобильные источники атомной генерации, по мнению экспертов, ключевой момент в развитии такого стратегически важного направления, как Северный морской путь. Одна ПАТЭС сможет снабжать электроэнергией город с населением до 100 тысяч человек и даже обогреть целый миллионник. А значит, позволит создать базу для добывающей и перерабатывающей промышленности даже в самых труднодоступных регионах России. Это станция, которая даст действительно дальнейшее развитие не только территорий, удаленных от энергетических мощностей, но это и продвижение нашей техники, наших технологий в другие страны, которые проявляют уже заинтересованность. В ближайшие 10-15 лет Росатом намерен построить до 15 таких плавучих станций. Причем возводить ПАТЭС Россия намерена не только для себя. Инновационной мобильной установкой уже заинтересовались два десятка государств по всему миру. В Африке, на Ближнем Востоке, Азии, даже в Латинской Америке. Отдельные переговоры сейчас ведутся с Китаем. Поднебесная не только хочет приобрести перспективную технологию, но и предлагает от России открыть совместное производство. Но об этом мы расскажем уже в других выпусках программы «Горизонты атома». На этом у меня все. До новых встреч.